Привет, чуваки! С вами давно. Да-да, не удивляйтесь. С вами давно. И этот ролик я записываю специально для channel Mr. Good. Нахожусь я сейчас в параше. Вот так вот смотрится шведская параша в обычном, ну, универмаге. Имеется умывальничек. Имеется вот такая вот вазочка для выброса салфеток. И имеется вот такое вот очко, так сказать. Также имеется туалетная бумага вот здесь. Вот она, видите? Теперь насчет салфеток. Вот эти салфетки нужно выбрасывать именно вот в эту урну. А туалетную бумагу, которую подтерлись, вот туда можно выбрасывать. Вот она, салфетка. Вот тут она вот так вот висит. То есть можно вот так вот взять. Помыть руки. Вот так вот раз. Помыли, да. Раз, закрыли. И делайте вот так вот. Оп. И вытираете руку. Вот так. Ну, я думаю, что и в России такое есть. Если не во всей России, то в Москве точно есть. Я не знаю, зачем мистеру Гуду нужно было показать этот туалет, но раз уж он просил, то я показываю. И еще одна такая вещь. Обратите внимание на ручку. Вот такого вот типа ручка, да? Почему? Она вот сейчас закрыта вот в таком вот положении, видите? Вот это вот положение, красная стрелка указывает, когда она вот так вот стоит. Это значит, эта дверь закрыта. Вот это положение нейтральное, а зеленое положение, когда ее вниз опустить, то ручка будет открыта. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы ручку можно было открывать, не берясь вот так вот рукой, а вот так вот типа, вот так вот. Потому что когда некоторые засранцы, ну, не подтирают попку хорошо, да, они хватаются за ручку, и какашки могут остаться на ручке вот здесь, вот, чтобы не брать вот это вот все своими руками, а потом чизбургеры какие-нибудь в рот засовывать с этим говном вместе. Вот такая вот сделанная интересная фьюча. То есть я сейчас могу вот так вот просто вот так вот взять, вот так вот, ну, грубо говоря, курткой или ногой так опустить вниз и выйти. Вот так вот раз и все. Чтобы полностью рукой не браться. И тут еще имеются умывальники вот такие вот, видите? То есть вот можно вот так вот сделать. Раз, вот так вот нажать, топ, и тебе шампусик. А здесь, видите, нету, ну, чем откручивать воду, да? И делаете вот так вот, смотрите. Раз, и сама вода потекла. Видели фокус? Видели? Давайте я вам еще раз покажу. Смотрите, раз, шампусик, да? Вот мы взяли шампусик. Смотрите, вода не течет, да? Смотрите, вот, нету нигде этого крана, ни хрена. Берем так. Раз. Помахали, и пошла вода. Вот, все. И здесь то же самое. Здесь вот такая вот фигня есть, чтобы руки вытереть. Ну все, channel good. Я надеюсь, ты будешь рад этому ролику. Вон там чувак, кстати, это, не может найти этот самый выключатель в туалете. Иностранец, что делать? Все, чуваки. Чоп!